прямо дистанция корта. Курта, тебя бечи, куда пистола. Начинаем с того, что уходим с линии огня, с линии атаки. Еще линия атаку. Контроль. Okay. Разворачиваюсь. Подрабатываю на локоть. Чтобы разгомить-то. Ухожу теперь сюда. Ладра парты. То есть здесь. Здесь, то есть вот. Почувствовать, что это пистолет, а devi, не палец. Деви сентири, как говорится, пистоле, но не пунтато дито. Возможно, вариант такой, что я разворачиваюсь и на выдохе наношу удар. Это классическое. Но при этой классической вещи должен быть поставлен удар, должна быть чувство дистанции, чувство ритма. 9 сантиметров для дистанции и колпа 9 сантиметров. Опять же, где-то здесь я его забираю. Я могу как здесь контролировать. Могу. Работает как на разрыве, взрывается. Если я могу только дотянуть пальчиками, я прямо. Опа! Вот сейчас я или сюда дам, пистолет полетит, я или же сюда идет. То есть все работает многофункционально. Года, иди, дай мне портфолио, на соло, дай мне кокоза. Ты? Но в дальнейшем я буду подключать ноги. E quando le mani sono giù, su? Però la controllo subito. Мы можем как работать на чуть-чуть на опережение, мы пресечение. Puoi anticipare anche. Но сейчас для начала мы ставим руки, чтобы
А прямо здесь, где было врач, Сулейманисов. То есть вот оно, движение. Сулейманисов здесь. Если вас позволяет растяжка, да, нанесите удар в горло. Сайва на Беласпаката, если вы такой копири, то и вой. Но если хотите там, да. Добро, я на то щель, я только пищу. Дайте удар. Но это опять будет карате или еще что-то. Здесь карате не нужно. Удары мы не наносим выше колена, бьем по колено, под колено и бьем в пах. То есть видно движение? Теперь смотрите, видно? Я могу как отсюда, то есть сейчас дал. Все, вот он мой. Я могу как жестко работать на ударах. Подавраленький дуро. Подавраленький пьяно дуро, кувевой. Неостанавливаемое движение. То есть вот я вхожу. И вы начинаете отсюда работать. Я начинаю не отсюда, я даже могу входить ему нанести вот здесь удар, если не уйдет. И теперь смотрите, вот где. Вот он чувствует, что все, вот он весь мой. Вот, могу руку ломать, могу. Здесь, вот он. Весь. И теперь туда нож направляю. Вот туда вниз. И вот выхожу. И могу выходить сейчас. Но вот здесь подставляю колено. Через руки. И теперь вот здесь идет фиксация.